20 декабря 2023 года в 16 часов 55 минут на 9 километре 950 метров автомобильной дороги Северный обход города Калининграда Гульского района водитель 99 года рождения, управляя автомобилем марки Peugeot, следуя со стороны города Балтийска в направлении города Гурьевска, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего допустил наезд на дорожное ограждение справа по ходу движения, после чего на ограждение слева по ходу движения. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка 2000 года рождения, находящаяся на заднем сидении, получила телесные повреждения. Ребенок 2022 года рождения, находящийся в автомобиле без детского удерживающего устройства, от полученных травм скончался при транспортировке в медицинское учреждение. Уважаемые водители, единственным безопасным способом перевозки детей в автомобиле является сертифицированное детское удерживающее устройство – автомобильное кресло, соответствующее возрасту, весу и росту ребенка. Ребенок в автомобиле должен быть в автокресле. Да. Здравствуйте. Ехали со стороны Советского проспекта в сторону Гурьевска. Примерно за метров 315-200 машина начала просто уводить с левой крайней полосы правые полосы, то есть на руль никак не реагировал, на тормоза ничего. И просто не смог справиться с управлением, врезался в отбойник и начал нас крутить по всей. Потом остановилась машина, я уже осмотрел, смотрю, сзади никого нет, начал ходить, держаться, да, и смотреть, что произошло.